Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня по просьбам я решил записать этот ролик по просьбам наших рыболов о том, что ходят слухи, что в компании «Волжанка» серия «Топ-матч» появилась какая-то другая, непонятная, с нового завода и тому подобное. Чем она отличается? Кто-то пишет там жестче, мягче, по диаметрам, по конусности, то есть слухов огромное количество, поэтому, чтобы их развеять, говорю как есть, и вот хочу сказать как есть, да. Значит, у меня здесь на столе три удилища «Волжанка» топ-матч, три маховых удилища, это девятка, семерка и шестерка нового образца, а восьмерка у нас старого образца. Специально их взял вот в таком варианте, чтобы вы увидели отличия по цвету, потому что начнутся сразу вопросы, какие оттенки, как узнать и тому подобное. Чехольчик, кстати, тоже отличается, но я уже в конце его покажу. Значит, смотрите, действительно, «Волжанка» перенесла свое производство этих маховых удилищ топ-матч на новый завод. Но в качестве она не потеряла, я бы даже сказал, может быть, где-то и приобрела. На потрях я сравнивал семерки, сравнивал девятку, но у меня большой разницы я не увидел. Даже если где-то приглядываться, присматриваться, да, там на ощущениях, то все-таки новые махалки даже мне показалось пожестче. Изменений здесь никаких нет, по конструктивной особенности, там в диаметрах, кто как пишет, нету ничего, то есть это все абсолютно одинаковые вещи. Но при, скажем так, переносе производства на другой завод так бывает, что где-то смолы чуть другие, чуть там, то есть небольшие отступы, скажем так, от технологии, как технологического процесса могут быть. Ну, от, как бы, грубо говоря, полировки стыков там до подготовки припрега. Конечно, это вот какие-то там мельчайшие моменты, но они все-таки могут действительно повлиять немного, еле заметно на строй. Здесь я могу сказать от себя, что мне показался строй даже чуть-чуть, вот еле заметно, чуть быстрее, даже поприятнее у новых, чем были у старых. Но сразу скажу, что и старые топ-матч предыдущие, да, они тоже это отличные палки, и ничего плохого здесь сказать о них нельзя. Вот, но новые, скажем так, и мне показались слегка, и вот моим менеджерам, что мы работаем вместе, да, они тоже, им показалось, что действительно новые были слегка пожестче. Слегка, да, еле заметно. Как еще отличить? Вот смотрите, две. Вот 8 и 9 я беру. Видите, комель. Я не знаю, видно это на камере или нет. По цвету комель новый будет чуть-чуть светлее, более серенький, чем более черный оттенок у предыдущей модели. Вот эта восьмерка у нас предыдущая. Вот у нас девятка, это новая, с нового завода уже. Соответственно, пробки торцевые, да, вот эти вот неопреновые пробочки сверху, все абсолютно то же самое. То есть, соответственно, комплектуется удилище точно так же полом, хлыстом, жестким, непривитым, под коннектор 1,25 мм рекомендую брать Стонфа. Точность также по геометрии, какие-то запчасти или еще что-то, кто вот уже ломал удилище в том году, в предыдущие, да, вот поколения топ-матчи к нам обращались, то есть мы отдаем удилище, отдаем колено бесплатно до 2 штук в год в период проведения нами такой акции для тех покупателей, кто купил удилище в магазине «Мультифиш», и кто подписан минимум на 3 социальные сети. Также вы получаете бессрочную гарантию на заводской брак. На все удилища, купленные у нас, это не только касается «Волжанки». Но такое небольшое отступление, потому что хоть я такую рекламу, в хорошем смысле, да, слова рекламу говорю, но все равно люди почему-то после моих роликов вновь пишут, а какую гарантию вы даете. Поэтому я уже не знаю, как писать, как повторять под роликами, что действительно вот эти вот стандартные фразы, да, которые я говорю. Но тем не менее, может, кто-то вот вновь пришедший не знает и не видел. Мы действительно вот такие услуги предоставляем. Значит, дальше по коленам. Ничего здесь не изменилось.
Я смотрю, просто на всякий случай это проверил. Почему? Потому что некоторые заводы, кто-то чуть лучше шлифует стыки по конусности, именно не по диаметру. По диаметру они могут подходить, но по конусности. Потому что тогда, когда выдвигается в ту сторону, соответственно, да, удилище собирается в ее рабочее положение в полную длину, то нагрузка на стык, полностью на точку сопряжения, соприкосновения вот этих двух колен, должна абсолютно четко распределяться по всей площади соприкосновения. Если конусность подобрана не точно, неправильно, а некоторые заводы действительно с этим испытывают проблемы, я неоднократно это встречал у многих моделей, то начинаются вот эти постукивания. Это не значит, что это брак, это значит, что все-таки конусность не до конца соблюдена, или не отшлифованы стыки, ну или то и другое. Поэтому все-таки браком как таковым это не является, потому что проверить, на какой точке там какая нагрузка вот из всего вот этого стыка приходится, ну очень тяжело, по большому счету. Но если уже тут совсем стук большой, значит действительно в какой-то точке слишком повыше, слишком большая нагрузка, да, она не распределена нигде, а она и приложена к определенной точке. Ну и, соответственно, в этой точке, ну, это не есть хорошо. Во-первых, там и стык изнашивается, во-вторых, и поломка может быть. Значит, я скажу вам технические характеристики основные, да, я их измерил сейчас. Новых моделей, да, этих, соответственно, топ-матч. А вы уже посмотрите видео на канале о старый обзор о предыдущих поколений топ-матч. Можете сличить сами, да, чтобы мне не быть там голословным. Значит, я здесь, если в кадре не попадает, у меня бумажечка лежит, я там написал, потому что все это в памяти тяжело удержать. Значит, у девятки вес фактический, реальный 368 грамм. Транспортная длина у всех одинаковая, я говорить не буду уже, 144 сантиметра. Диаметр комля 29,5, я мерил вот в этом месте у всех моделей. И что самое интересное для многих, это фактическая длина. Фактическая длина у девятки 888 сантиметров. Значит, восьмерка 270 грамм вес, 27,5 диаметр комля и 778 фактическая длина. У семерки 215 грамм вес, 24,5 миллиметра диаметр комля и фактическая длина 693 сантиметра. Значит, шестерка 170 грамм, 23 диаметр комля и 592 сантиметра фактическая длина. Я думаю, вот на этом сейчас все. Давайте мы теперь смотрим их строй. Я уверен, вам он понравится. Поехали. Друзья, разложили мы удилище. Начнем с девятки. Места привычного у нас не хватает. Но вот смотрите на камеру. Топ-матч новая, 9 метров. В руках лежит приятно. По строю для меня отлично. То есть классная палка. Одна из лучших девяток, которую вообще я, в принципе, ловил и держал. Да, смотрите, отличная палочка немножечко. Сейчас Константин Михайлович нам нагрузит. Вот пока я... Давайте, да, нагружаем. Вот, смотрите, парабол. Угу. Ну, отлично, отлично. Мне очень нравится. Она и жесткая в меру, и... Мордочка, как говорят, верхняя часть у нее достаточно жесткая, чтобы делать придержку на течении. И в то же время не такая жесткая, чтобы сливать рыбу на тонкие поводки. Ну, в целом полностью устраивает. Так, 8 метров у меня в руках, смотрите. Это старая моделька, я напомню, специально взятая для теста, для ориентира. Но новая точность такая же по строю. Отличная восьмерочка, смотрите. Быстро она встает, быстро выпрямляется. Совсем не сопливая, жесткость идеальная. То есть серия отличная. Отличная. Давайте нагрузим. Ну, смотрите. Тоже она распределяет хорошо. Я вот достаточно, кстати, сильно сейчас держу. Ну, то есть лещика хорошего на двушку. Она так отработает замечательно. Так, семерка. Берем семерку.
Ну, она пушинка. В руках приятно очень лежит. Нагружаем. Отлично. Ну и шестерочка. Это вообще перышко в руках. Нагружаем. Ну, отлично. Тоже очень приятно. Еще с небольшим запасиком по ощущениям. Теперь пару слов о чехлах, чтобы визуально сразу спросят меня, чем они отличаются. Как я вначале сказал, вот смотрите, с такой желтой окантовочкой и более темного цвета это предыдущий топ-матч. И вот такая серая окантовка, чехольчик, это уже новый топ-матч с нового завода. Ну, соответственно, клапан на липучке, непромокаемый чехол. Я думаю, вы видите, что все это очень сильно стало перекликаться с лидером Про моей разработкой, да, маховыми удилищами от компании Сабанеев. Ну, скажем так, поэтому мне все это нравится, но не только поэтому, потому что, скажем так, мое представление об этом сочетается с представлениями во многом Олега Молодцова, разработчика компании Волжанка. Значит, должен сказать еще раз, пожалуйста, моя просьба к вам, ставьте лайк, вот такой пальчик вверх, кому понравилось видео, с кнопочку подписаться, и кто захочет приобретать удилища, пожалуйста, приобретайте их в магазине Мультифиш. У меня мы даем пожизненную бессрочную гарантию на заводской брак на все удилища, и вы сможете получить две запчасти в год бесплатно в период проведения такой акции, даже если сами сломаете, прижмете дверью багажника, наступите, упадете, там об камень как-то ломанете, там удочка слетит у вас и так далее. То есть имейте в виду. И обязательно подписывайтесь при этом на социальные сети. Более подробно посмотрите на сайте Multifish. Будет написано раздел «Программа лояльности». Это не является публичной офертой. Мы можем такие акции, конечно, прекратить, но вот уже третий год их проводим, по-моему, даже больше. Всего вам доброго и до новых встреч!